Женя, Жень. Да? А что это такое? Что это за картинки какие-то? Это не картинки, это яма зомби и яма военного. А мы что, получается, мы что, пойдем в зомби-мир, что ли? Как в Майнкрафт в реальной жизни, только зомби, что ли? Короче, мы сегодня будем с тобой вирусом. Короче, ребята, сегодня нереально крутые серии. Это просто будет нереально. То есть мы вот в этой яме сможем стать вирусом и уничтожить всю планету? Отлично! Всегда мечтал! А в этой мы сможем стать профессиональными военными. Это будет... По-настоящему? Там вообще зубодробительная будет яма. Короче, вообще крутая. Ребята, ставьте прямо сейчас лайк, подписывайтесь на канал. Прожимайте колокольчик обязательно. И напишите, в какую яму первым отправляться. Короче, либо в вирус, где вот, прикиньте, вот эта девочка прям вообще очень сильно боится, либо просто профессиональный. Вообще, я скажу, вот это самое зубодробительное, я уже краем глаза посмотрел. А это, ну, такая, ну, очень веселая на самом деле. Да сначала в зубодробительную, а потом уже такой веселый. Мне очень интересно, что это такое, но это... Короче, вообще в зубодробительную, ребят, мы оставим наконец, но вы не перематывайте. А, ну ладно. Посмотрите до конца. Это тоже очень крутая. Там прям мы будем прям вирус бактерий. Маша, ты хочешь быть вирус бактерий? Никогда не думала о том, хочу ли я быть бактерией. А сегодня мы станем, это тоже очень крутая серия, и мы уничтожим мир. Отлично. Маша. Короче, ребят, пишите комментарии. Чё? А пишут сначала сюда, а это на закуску. Ребят, смотрите серию целиком. Да, ставьте да. лайк, потому что нереально крутые мне серии, нереально интересно, стараемся. Все, давай, погнали, погнали, погнали. Чё, погнали, давай. Ю-ху! Да. Так, ребята, надо придумать название болезни. Какое? Евген Бротрянка. Евген Бротрянка, только Евген Бротрянка. Да, да, да. Все, отлично играет. О, добро пожаловать, вы вирус. Для победы вам нужно развиваться и распространиться по миру, и уничтожить всех людей. Ну такое. Так, ну что? Население 7 миллиардов. Китай, так, ну что ж, начнем с Китая. А что тебе китайцы сделали? Сейчас, подожди, чуть-чуть звуки, короче. Так, аудио. Вот так. А я все равно не слышу. Но ты-то не слышишь. Я не слышу, а ты-то слышишь. Будешь, так, все, отлично. Так, ну что ж, Китай, погнали. О, погнали. Один зараженный. Болезнь Евген Бротрянка заразила первого человека, но она еще слишком слаба. Используйте очки ДНК для развития болезни. Отлично. Зачем мы это делаем? Нормально, нормально, вы вирус. О, Евген Бротрянка вирус. Он часто мутирует, его сложно контролировать. Так, отлично. Если... О, уже два заразилось человека. Смотри, вот виды зараженных. Самолетик. Подожди, а что это за самолетики полетели? А тут он корабли, и это самолетики, тут все нормально. О, ты, уже 5-6. Ничего себе, а вот эти вот точки, это сколько заражено? Да, смотри, 9 человек пока, 10. А что это за самолетики? Это типа о, в связи с рекордным прибылями банки начали предлагать кредиты на очень низкий процент для всех. О, пусть берут кредит. Так, смотри, мы сейчас... Шопинг. Мы сейчас, короче, сделаем пути передачи. Давай сделаем, допустим... Смотри, тут короче, это по воздуху передается, это по воде. Давай наладим, чтобы по воздуху... А, тут 9 очков надо, у нас пока ничего не хватает. А сколько у нас? У нас 5, у нас вот показано 5. Так, все, ждем, пусть заряжается. 13, 15 человек уже, 16, 17. 18. 2, очки ДНК, о, 10. Так, прокачиваем, пусть по воздуху проникает. Вот, патоген получает способность переноситься частицами пыли. Так, прокачиваем. Ты прокачал по воздуху? Прокачал, сейчас. Так, сейчас сделаем еще по воде. Смотри, заражается уже 30 людей. 36. Это, короче, они заражаются, о, 10. Чтобы они пошли на твой канал и смотрели твои... Да. Вот это, короче, смотрите. Патоген может выжить вне тела в воде. О, заражаем воду. А там животные, что ли, тоже были? Да, потому что сейчас животных... Это... Ой, еще очки ДНК. Сейчас надо, чтобы... О, смотри, уже 120 человек. Смотри, как оно летит. 200. О, Евген Бро мутировала, приобрел симптом анемия. Так, сейчас надо ее... Ужасно. Отменить надо симптомы, чтобы нас не спалили. Сейчас надо, чтобы нас не спалили. Да. Так, это что? Это что? Так, сейчас анемия. Это где она? Так, сейчас. Сейчас. Это бессонница? Ой, это то, что у меня... О, вот она, анемия. Может, у меня тоже Евген Бро Трянка? Вот, а чё, у меня бывает анемия, короче. О, 300, отлично. Кошмар. Короче, вот, ребят, у меня Евген Бутрянка. 700 уже, смотри, пошло. 900 уже, 1000. О, Япония восстанавливается после сильного наводнения. Ладно, пусть восстанавливается, отлично. Так, все, прокачиваем передачи пути. Теперь будут птицы заражаются. Отлично, все.
О, 1000! 2000! 3! 4 тысячи! 6 почти! О, 15! 20! О, соседняя страна заразилась, Афганистан! 56 тысяч! Исследования показывают, что плотность населения в городах упала, из-за чего становится менее уязвимым для болезней. Кого? 70 тысяч! 75! А что, все уехали, что ли? Не-не, нормально. О, Россия! Болезнь в гипертрианку мутировала, приобрела симптом бессонница без затраты. О, бессонница теперь. О, заразилась, короче, Индия заразилась. Смотри, просто заражение 200 тысяч. 300 тысяч. Это кто-то из Китая, зачем ты знаешь? Пакистан заразился. Ой-ой-ой, пошло. Так, сейчас прокачиваем, короче, прокачиваем мышей, вот. Мыши и блохи. Смотри. Лям уже, лям. Полтора ляма, 2 миллиона, 3 миллиона. Заражение идет по соседним странам. Ой-ой-ой, смотри. Сколько самолетиков туда сюда. Самолеты поплыли. О, Евген Бротрианка мутировал, приобрел симптом киста. Так, надо отменить симптомы. Это ужасный симптом, не надо его. Так, нам... отменяем. Так, сейчас. Где он? Так. А вот это может быть, вот это вот посерединке, нет? Вот, да. Ты сечешь, так убрали. Сечу. Так, пути передачи. Так, сейчас прокачаем. Так, здесь надо больше. Давай прокачаем. Так, птиц прокачали, это прокачали. Давай прокачаем. О, животных, сельское хозяйство в мясо заражение. Давай. О, заразился, смотри, заражает. Смотри. Ой-ой-ой, пошло заражение идти. Заразилась Бразилия, короче. Китая, что ли? Да, смотри, заражается. О, врачи в стране Китай нашли новую болезнь. Называется Евген Бротрианка. Она кажется безобидной, но ее необходимо изучать дальше. Другие страны также сообщили об этой болезни. Так, болезнь обнаружили. Смотри, просто заражение идет. Миллиард. Китай поручает медикам разработать лекарства болезни Евген Бротрианка. Но без должного финансирования исследования может уйти много времени. Смотри, надо еще заразить мир, пока он его не вылечил. Все, миллиард, все, весь Китай заболел, короче. Болезнь Евген Бротрианка мутировал, придала симптом опухоли. Так, надо убрать. Так, убираем. Какой жестокий симптом. Так, сейчас. Так, где он? А вот этот, наверное, откат. Так, пути передачи. Прокачиваем больше по воздуху, по воде. Давай. 23 нужно, 23. Через воздушные легкие. Ой, смотри, пошло. Движется. Заражение. Казахстан просто заражается. Казахстан? О, Америка зародилась. Разрешено заражение проведения Олимпиады в городе Токио. Отлично. Токио заражается. Так, все отлично. А что там нельзя теперь этот уже? Так, что там в России? Олимпиаду проводить. Так, Россия сейчас. Пока это... Франция. О, я знаю. Ой, смотри, заражение идет. Страны заражаются. Симптом кашель. Так, кашель. Ну, пусть останется. Пусть. Так, сейчас надо, короче, надо холодный климат прокачивать. Так, симптомы. Умение. Вот, чтобы она распространялась в холоде, это Россия, так. Но и в шаре, в Африке. О, подожди, что-то. А это что такое? Нестабильность ДНК, нет, это мутации. Так, вот это. К теплу, в Африку, чтобы пошла. Все, отлично. У нас есть прокачка, умение. Все, пошло. Ой, смотри, пошло заражаться. У нас нормально, смотри. Финляндия заразилась, Швеция. Это что у нас тут зародилось? Колумбия. Ой, Европа вся заражается. Так, что там. Так, Бакланы, центры Европы. Украина заразилась тоже. Болезнь Евгенбротра мутировала, приобрела симптом чихания. Ну пусть чихают. Так, надо чтобы. Ой. Так, Гренландия. Ой, сколько очков. Так, быстро прокачиваем симптомы. По воздуху усиленно. Так, пусть оно будет устойчиво к морозу, к жаре, короче. Пусть оно передается через животных и еще, через мышей, еще. Ой, смотри, Китай первая страна, которая пытается ограничить распространение болезни. Закрывает границы, закрывает. Так, ой, болезнь Евген Бротрианка мутировала, приобрела симптом подавления иммунитета без затрат ДНК. Отлично. О, Бразилия. Ой, ужасно. Первая смерть от болезни Евген Бротрианка подтверждена в стране Филиппины. Течение обстоятельств или начало катастрофы. Так, первая. Ой, смотри, все заражено. Россия вся красная. Евген Бротрианка мутировала, приобрела симптом внутреннего кровотечения. Так, убираем. Так, симптомы. Подожди, а вон там, наверное, там, где легкие, наверное, да? Так, сейчас. Мне кажется, это ведь красное. Чихание. Вот сейчас найдем. Вот оно внутри. Отказ. Ой, заражение вообще. Надо, чтобы Гренландия зародилась. Евген Бротрианка мутировала, привела симптом паранойя. Без затрат ДНК. Пусть паранойя будет, пусть она безобидна. Так, надо, чтобы это заразилось. Так, надо холод прокачивать. Холод, так, сейчас умение. А, ну у нас все прокачано. Так, это прокачано. Так, антибиотики, так, антибиотики. Передачи. Пусть животные побольше. Пусть и вот птицы, да. Супер птицы, короче. Все, пошло. Евген Бротрианка мутировал, придал симптом тошнота. Так, надо убрать, а то, короче, не понравится им.
Так, у меня тошнота. Так, симптомы. Где тошнота, тошнота? Так. Так, это... Хотя пусть будет, наверное. Мне немножко потошнит, ничего страшного. Евгений Брод Рянка мутировал, придал симптом воспаления. А вот это надо уже убрать. О, Гренландия, по-моему, заразилась. Так, сейчас. Воспаление. Где он? Ты видишь воспаление? Да нет, а вон там, где легкое нарисовано. Вот он. Все, убрал. Так, пути передачи. Тут все нормально. О, заражение крови. Все, пошло. Отлично. Весь мир почти красный. Евгений Брод Рянка мутировал, придал симптом пневмонии. Так. Кошмар какой. Смотри, нормас, да. Ой, в Гембро Трянк мутировал, прямо симптом отказ органов. Так, надо убрать. Так. Отказ органов, так, где? Вот оно. Жесть, так. Смотри, заражение идет. Ученые всего мира сосредоточились на разработке лекарства. Опа! Смотри, заражается. Гембро Трянк мутировал, прямо симптомы внутренней окрути. Ой, смотри, все просто заражено. ВОЗ ведет серьезные наблюдения за мутацией. Так, сейчас надо проверить, сколько у нас стран... Мексика посылает медиков в зараженные страны. Так, сейчас подожди, надо... они сейчас разрабатывают какую-то типа вакцину твоей Евген Брутрянки, что ли? Да, о, заражены почти все. То есть, подожди, а сколько стран? Общая численность? Так, сейчас посмотрю, какие страны не заражены. По-моему, все заражены. Гренландия. А, вот, общая численность. А что ты смотришь? Зараженные смотрю. Я просто сейчас пытаюсь тебя читать. Так, болезнь Евгенбротра мутировала. Так, все. Пусть сейчас мутирует. Так, лечим. О, смотри, лечить пытаются. Евгенбро... опухоли. Пусть мутирует. Так, сейчас, короче, надо разработать, чтобы кашель был. Так, сейчас. Вот, значит, заразительность. Так, чтобы увеличить заразительность. Пусть, короче, вот это прокачается. Вот это. О, все так пошло. Так много симптомов, конечно. О, болезнь мне правда. Еще. Отказ опять. Ладно, пусть отказ. Ой, смотри. Ой, начинают умереть в России, короче. Ой. Это нормально. Это смотри, вылечили 50%. Повседневная жизнь в стране Польши начинает расстраиваться из-за болезни. Замедлилась разработка лекарств. О, замедлилась. Что там в Китае? Болезнь где мутировала, прям симптом кома. Ну, ужасно как. Ты шо? Смотри. Смотри, так прокачивается. Так, надо. Евген, бро, еще сыпь, короче. Ой-ой-ой. Сыпь, еще чесаться будут. Смотри. А ой. Ты хочешь, что весь мир это... Да. Так, сейчас надо откатить, а то слишком летальность гигантская. Так, сейчас надо... Да, согласна. Так, сейчас откатим. Нормально, Евген, что-то канал пересмотрели. Так, это убрать. О, отлично. Все, пусть заражаются поболее. Так, пути передачи. Так. Нет. А, вот так надо прокачать. Вот так. Отлично, все. Пусть заражаются. Блин, уже 73 лекарства разработали. Блин, могут вылечить. Так это ж хорошо, Хент. Нет, нам надо всех как бы. А почему? Нам надо всех загасить, как заражается. Так, все, просто все заражено. Власти Бразилии начинают переворот, короче. Вообще. Больше. Даже смотри, какая. О, да, сейчас надо, короче, прокачать. Что это такое? Некроз, давай. Просто... Что такое? Я не знаю, ну что-то страшное звучит, а что-то страшное. Потение, посмотрите, потные все. Ой, смотри, все просто, смотри, как выбывают. Смотри, вот ползунок, смотри. Ты видишь? Нормально, смотри. Так, давай что-нибудь еще прокачаем, я не знаю. Давай вот это... Эпилепсия, короче. Невменяемость. Еще все симптомы, фига не короче. Просто все, смотри. О, лекарство на 4% меньше стало. Да, не успевают разрабатывать, смотрите. Офигеть, сейчас что-то еще вкачаю. Ага, 32. Дезориентация, диарея, просто в туалет, короче, смотри. Офигеть, смотри, все. Все. А все остановилось, что ли? Нет, все, мир почти это. А, 32, стоит 32, туда-сюда ходит, короче. Все встало, смотри. Смотри, почти все. Болезнь Гербертрянка уничтожила мир. Несмотря на все усилия человечества, последние оставшиеся в живых понимают, что они являются свидетелями конца истории. Жуткая игра, да? Ужасно. Болезнь Гербертрянка мутировала, симптом кома. Я бы не хотела бы такого. Все, победа, Гербертрянка уничтожила всю жизнь на земле. Все, пошли в другую яму, короче. Закончили, пойдем в другую. Ну,
вообще, слушай, какая... Так, а теперь зубодробительная. Погнали, ребята! Все, идет. Свяжемся по радио. Вот. Так, ну чё, Машка, знаешь, выдвигаемся, что, короче? С двойными агентами? Давай выдвигаемся. Нет? Это чё, этот блондинчик, чё, я? Не-не-не-не-не. Если они победят в этом сезоне, я... А кто мы с тобой, короче? Ты, короче, у меня в рюкзаке сидишь, а я, короче, ну я это я. Вот здесь стою рядом, с вертолетом. Ну, идем, Эйс. Я в рюкзаке, короче. Ты в рюкзаке, так. Все, идем, короче, мы двигаемся три, да? Красота, смотри, какая. Графончик, смотри, какой. Оп-оп-оп. Это наш человек. Че, куда, а куда бежим? Пусть запах перегара тебя не обманывает. Сейчас, короче, у нас будет миссия. Миссион. Все, ребята, сейчас будет реально крутой экшен. Зубодробитель. Смотри, красота какая. Смотри, ехал! Офигенно, нормально, да? Нормально так вообще, слушай. Смотрите, чисто Урал, смотри, как красиво. Похоже на гору какую-нибудь Эверест вообще. Да, да, да. Валятки, знаешь. Осторожно, такое, дозорные на горе. Так, прежде дозорные на горе, слышала? Так, ну-ка. Нет. Вот. И вот еще один. Так, ну-ка. Оп. Метка. Теперь вот этого. И давай еще одного. Прямое попадание. Изи. А ты говоришь, неплохо. Легче прочь. Простого. Да-да-да. А никто так не может из кустов там этот выпрыгнуть? Ну, тут все может быть. Тут все, поэтому... Опа. Вот, смотри. Один разгильдяй твой, второй мой. Так, сейчас, короче. Оп. Мека. Все, сняли, короче, проходим сюда. Нормас. А что, мы теперь можем по канатикам, короче? Ну, если он выдерживал кого-то. Да, 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 да. Нам нужно кого-то... А, о, смотри, там тоже дядьки какие-то. Сейчас, ну-ка, снимем вот этих. У меня, кстати, во всех играх была проблема со снайперской винтовкой. Да? Все, сняли, сняли. Это единственное оружие, короче, которое мне очень плохо получается. Так, ну чё, погнали! Ну чё, народ, погнали нафиг! Надеюсь, выдержишь. Давай, давай, ты слушай, красота, слушай. Очень красиво. Оп. Видишь? Оп. Проще простого. Все, вот так вот и сели. Осторожно. Тяжелый лед написано. Смотри, там кто-то ходит. Да. Это же не наш, да? Это не наш. Старая станция связи. Старая станция связи. Кажется, она вот-вот рухнет. Там двое, Жень. Тут двое, да. Идем дальше. Так, пока их не трогаем, пока не трогаем. Идем дальше, он говорит. Ну ладно. Так, аккуратно. А я бы сразу бы, чтобы проблем не было. Ты тут елочки, красота. Да, прям новогоднее на настроение поднимать. Старайся не светиться. А сейчас он лишь говорит потрогать их. Он говорит, пригнуться, там снайперы, видишь, могут спалить. Мы сейчас по стелсу пробираемся, это миссия типа стелс. А что, этот снайпер спалит, что ли, там этот, полетела эта штучка? Да, да, да. Так, надо снять, короче, надо снять. А я так, говорила, лучше сначала. Вот он, так, тихо, аккуратно. Вот они, там двое. Двое, да-да-да, там двое. Так, пробираемся сюда. Опа, может, тут еще, где-то? тут еще. А, вижу, да, слушай, я сначала даже не заметила, и он так замаскировался в этих кустах. Он очень замаскировался. Опа-опа-опа. Так, сейчас. Что видишь? Иу. Так, а сейчас... это тебя не спалит? Сейчас мы подойдем, сейчас, аккуратненько. Сейчас вон там этот. Опа! Смотри, ну просто! Нормально вообще! Я думал, он тебя спалил, думал, все, капец, я же испугалась. Нормально, нормально. Вот с него у меня получается хорошо. Оп! Там еще, вон еще один. Оп! Сняли, сняли. Оп! Ой! Попал в тебя. Все, погнали, погнали! Он говорит, заходим, все, начинается план перехват, короче. А ты, оказывается, оп, смотри, я... оп, сейчас мы снайперка. Вот это мясо, короче, зубодробительное. Нормас вообще. Так, аккуратно проходим. Ребята, все тихо. Чисто да. Пробираемся. Слушай, хорошо, что есть напарник, а что он так? Вот, а там какой-то, эта кнопочка была в сундуке. Да, так все, пробираемся сюда. А ты мог взять, наверное, там? Не-не-не, мы должны просто пробираться. Слышал, дальше. Они готовятся, ну ладно. Забрать ВМ. Седьмой раскоп. Пора идти. Так, все с этим чисто пацаном. А куда это? Так, пацан, короче, сидит, боится. Это точно работает. Паркур!
Давай, пацан, за мной. Молодой. Давай, молодой. Джуниор. Джуниор. Так, так сейчас. Джуниор. Опа. Так, внимание. Я кого-то слышал. Да, подозрительно. О, граната, граната, граната. Ой, тут их много. Оп, 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 отбегаем, 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 отбегаем. Наверх, 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 ныкаемся. Ой, тут тоже их очень много. Я тебе говорю, надо было кашку 47, короче. Так, отбегаем сюда, отбегаем сюда. Сейчас, короче, возьмем, сейчас возьмем. Кидаем. Тут все, начинается дикий замес. О, смотри, снесло, снесло. А там еще, короче, сверху-то был, да? А откуда гасят? Откуда гасят? Я его не вижу просто. А, вон он. А, вон он, вон он. Оп. А ты в него попал? Да-да-да-да-да, попал. Я со снайперкой буду, без закашки. А вон там еще, по-моему, оп, еще одного снял. А там вдали еще один. Да-да-да-да-да, да-да-да, вон, вижу, вижу. Оп. Опа, прямое попадание. О, еще одного. Ой. Ну сразу видно человека, который со снайперкой нормально играет. Не попал бы, я бы закашки в голову. Опа, смотри, смотри, смотри. Сейчас высунется. Давай, высовывайся, давай. Оп. Опа. Сразу двоих, по-моему. Да, 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 двоих. Нормально, дабл хэк. Вон, вон, убегает. Убегает, опа, опа, наверху, наверху. Ой-ой-ой, ты чё, пацан? Оп. Оп, а там еще один? Да-да-да, вон еще один. Оп. Оп. Машинный зал где-то близко. Не, ну закашки, конечно, урон большой. Вот еще один снайпер. Оп, сняли. Вообще изейшее, легчайшее, короче. Все, погнали! Там еще. Куда погнали-то? О, летим, летим! Нормально, снайпа улетела. Держимся, держимся. Подтягиваемся, падаем. Нормас, так и должно. Женек, АК-47 надо взять. Сейчас возьмем, короче. Блин, снайперку жалко. Все, чисто с ножичком. Пушку уронил. Пушку уронил, говорит. В следующий да, раз тогда? Первым пойдешь а ты. А тут нельзя себе несколько пушек брать? Там было? Внизу тоннель. Не-не-не, только одно. О, ну тогда не справедливо. Так, сейчас с ножичком. А, ну ты мог бы вот. Тогда в такой бы ситуации и АК-шку уронить, отлично. Если честно. Так что нормально. Так, сейчас надо отсюда выбираться. А вот ты умеешь с АК-шкой? Конечно. Супер, я тоже. Так, все, сейчас надо... О, отлично, выбираемся. Открываем. О, холодно, очень холодно. Руки надо погреть. Холодно, блин. О, посмотреть. Арбалетная стрела. А что это такое? Ой, я не знаю, не знаю. Что-то какой-то вирус, так. Может, какую-то информацию считали, там, не знаю. Так, проходим сюда, проходим. Опа, ищет, ой, ищет, там ищет. Этот... Чубзик. Может, мы с него пушку сможем взять? Это место было заброшено после схода лавины. Я слышал, что при... Ой, оп! Ой, тут много, и тут много. Оп, убегаем, убегаем, убегаем. Отлично, здесь ныкаемся. Сейчас он подойдет, я бы его сниму. Давай. Оп. Где он? Он там, он там. О, пушку подобрал. О, нормас. Дробогаш. Дробогаш. Ой, красава вообще, с дробогашом вообще. Так, все, проходим. Дробовик вообще это чуть креативно, на самом деле, она может просто абсолютно спокойно там перепонять, короче, тех, кто с АК-шки стреляет. Все, выдвигаемся сюда. Да-да-да, вот такая вот девчонка. О, смотри, сколько их тут вообще. Ой-ой-ой. Нужно укрытие, пацану. Ой. Нормас. Ой, еще один. Оп. Оп. Ага, все. Вон, ныкается. Нормас вообще ныкается. Все. Ребят, ну вы вообще бы напали на того человека. Опа, смотри, еще один. Все, вроде напали всех снял. Напали вообще на того человека. Да, слышу так, тебя. Так, куда дальше? Он говорит, типа, прием, надо куда-то идти. Так, сейчас, секунду, куда идти? Так, смотрим. О, подожди, тут какая-то пушечка была. О. О. Это ой, будет... это типа... Ну такая вот, такая. Ну, легенькая, короче, пушечка. Так, сейчас надо взломать замочек. Ой. Ой, подожди, кто-то пришел. Фига сзади. Пока открывал замок, нифига себе, да? Да, вообще, а если он там сидел, как, короче, как крыска тебя подзаряжал, такой, ага. Так, сейчас как бы его, так, о. О, почти. Сейчас. Почти. Сейчас его, оп. Так сложно было. Тут как бы, о, все открыл. О.
Проходим. Подобрать бы какую-нибудь хорошую пушечку, на самом деле, не знаю, снайперку там какую-нибудь, или что-нибудь такое. О! Надеюсь, благодаря твоему шуму, он нас теперь знает весь совет. О, пацан! Это наш друг! Это наш друг, все. За это мне и платят. Все снял, короче. Так, ну что ж, сейчас выдвигаемся дальше на миссию, ребят, смотрим. О, смотри, там сколько, вообще дофига. Это что, тюрьма какая-то, что? Фиг его знает. Слушай, спокойно такие там, того и этого, короче. Поверни на пару. Спокойно сидят, чаёк попивают, а мы такие, ничего себе, ребята, ты что, на миссии? Вообще, смотри, сколько здесь вообще жесть. Так. Вот, что это? Это кран какой-то? Судя по карте, да. Кран стоит работает, над вестибюлем, который в двух шагах. Короче, там к крану надо проникнуть. Вот туда нам и надо. Туда надо, говорит напарник. Так, ну что ж, туда крану. Туда нам надо. Туда нам надо. Нашел вариант. В западной части базы. Так, ну что, погнали. Ну, погнали, давай. А там нет какого-нибудь лучшей пушечки? Ну мы сейчас что-нибудь найдем. Спускаемся. Все, махать. Сейчас будет вообще жесткий расколбас. Ой-ой-ой, сразу прям. О, нормально. Все, пошло, пошло. Это реально напоминает одно, короче, пушечки. Очень о. О, там вертолет. Это чисто стинги, блин. У меня, короче, эти флешбеки из игры, в которую я играю. Да? Да. Там такая так. Пушечка, ты чисто бежишь просто. О, оружие надо подобрать, оружие надо подобрать. Ага, так. Ага. Сейчас, может, здесь где-то были пушки? Так, тут есть гранат. Есть какая-то шапка. О, АК! Все, АК! Отбегаем сюда. Сейчас, короче, будем кемпирить. Хорош. Хорош, так, да, все про... Чисто, короче. Так, туда вниз, что ли? А я не знаю, либо наверх, либо... А где тогда друг? Да-да-да, вон, вниз надо. Так, сейчас, короче, пойдем вниз. Откуда он? Оп, сзади. Вообще капец. Да. Пробегаем сюда. Оп. Сняли. Дорвался вообще хедшот, а там сверху. Да. О, дорвас. Пробираемся. Ребята, штурмуем. Штурмуем, хранить. Отлично. Дорвас. Проходим. Ой, не наш. Оп. На, по почкам, короче. Я, короче. Так, ну что это? Целится. А вот теперь кто? Все, пробегаем. Там вдали, слушай, смотри, сколько их. Очень много. О, там еще и пулеметчик. Еще. Ого, прям. А много вообще здоровья, смотри? Ну, здоровья немного. Так, немного. Так, сейчас. На пределе, короче. Тут на пределе, так, отлично, проходим. Вон еще за этими бочками. Да, их тут очень много. О, подбегаем. Ой. Ныкаемся здесь. Слушай, патронов у тебя осталось-то. Патронов вообще кончается. Все, закончились все патроны, короче. Только вот на кашечку, вот. Да. Да. Так, пробегаем. Нету, что ли? Где ты? Притихли, а что там такое? Так, проходим сюда, опа, тут двое. А, вот оп. Опа. Ой. О, все, заложи, взяли. А что теперь делать? Ну все, ладно. На ему. Короче, он нам больше не нужен. Ночи. Спокойной ночи. Все, погнали. Ой, слушай, смотри, прям вообще как тебе. Опа! Нормально. Смотри, тут вообще жесть происходит. А что это на вертолете? Это наши, да? Это наши, да, прикрывают, а, короче. Это наши, это нормально. Катимся по льду вниз! Оп. Опа! Ой. Пацан улетел, короче. Все, надо сейчас на вертолет. Нас погрузят, короче, на вертолет. Давай, ждем. Ты там не придет, там, короче. Так, надо сейчас вниз спускаться. Вниз? Да. Решим, что ты пришел. Вот в эту коробку. А вот здесь какой-то там. Их там много. Да, очень много. Ой, тебе там этот. Гасят, да. Летит, короче.
А что нам эти наши друзья помочь хотят? Оп, сюда! Оп, сюда! Забегаем, дыкаемся. О, смотри, тут прям этот. Оп! По коленке ему! Ой-ой-ой, по коленке, короче. Чтоб стоял аккуратно. Да, да, чтоб стоял. О, смотри. Вот еще, короче, там. Данные круто смотрят. Оп, еще один. Вот еще за столбом, короче. Оп, оп, оп. Оп, оп, нет. Все, в залаже взяли. Прикрываемся, как живым щитом. Живой на месте. Опускай. Ладно, все. Спокойно, нас. Нам больше не нужны ваши услуги, короче. Залазим сюда. А что это? О, смотри. О, лебедка. Так, закрепляем. К вертолету. Мы сейчас улетаем? Да-да-да, улетаем, миссия будет пройдена. Чисто вообще жесть какая-то происходит. Так, ну что, народ, погнали. Давай, давай, давай. Мы прицепились. Вот так. Поднимай. Все, говорит, поднимай, поднимай. Поднимай, реально, у нас тут проблемы. У нас тут проблемы. Хьюстон, Хьюстон, надо улетать. У нас проблемы. О, АК! Берем АК с лазерным прицелом. Вообще, что они так это криво поднимают? О, нормас бомбанул. О, нормас бомбанул. А, стал говорит, осторожней там. Давай, давай, поднимай, поднимай. Я быстрее поднимаю, у нас тут проблемы. О, он говорит, держитесь, пацаны. Ох, понесло, понесло, понесло. Ой-ой-ой, тут вообще жесть. Я надеюсь, не свалимся. Ой-ой-ой, как нас шатает, аж укачало. Вообще жесть. Давайте, пацаны, пацаны, поднимаем, поднимаем. Аккуратно, аккуратно. Давай, Вася, резкий рывок. Мы закончили. У нас там этот чел жив, цел орел. Да, жив, цел орел. Все, смотри, улетаем. Все, миссия пройдена. Миссия пройдена. Ребята, перемещаемся обратно в... Очень дорогие ребятушки, ставьте прямо сейчас лайк, подписывайтесь на канал, были ямы мега крутые, будут еще рубрика. Согласна, согласна, я считаю, что такое ну просто нужно вообще подписочку, лайчик, колокольчик, комментарий. Да, и всем пока-пока! Всем пока!